Министерстве сельского хозяйства, торговли и пищевой перерабатывающей промышленности края завершился конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе благоустройства сельских территорий. Из 40 заявок последних 9 муниципальных районов края специалисты ведомства одобрили 37. Речь идет о проектах инициативных граждан, которые получат государственную поддержку. Всего на проекты выделено 55,5 миллионов рублей, в том числе 10 миллионов из краевого бюджета. Среди главных условий получения субсидии – социальная значимость предлагаемой идеи. В большинстве случаев речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установке опор, освещения и многом другом. В среднем каждое сельское поселение получит по 2 миллиона рублей. Обязательное условие участия в программе – софинансирование не менее 1% со стороны жителей и организаций в денежной и неденежной форме. Ранее, когда программа реализовывалась только на краевом уровне, доля софинансирования была выше 10%. С ее уменьшением мы рассчитываем на увеличение активности граждан, отметили в краевом Минсельхозе. Напомним, что средства на реализацию социально значимых проектов граждан выделялись по линии краевой программы поддержки местных инициатив. Однако в целях привлечения федерального финансирования наименование документа изменилось. С 2021 года средства на реализацию социально значимых проектов инициативных граждан выделяются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Всего с 2014 по 2020 годы в крае реализовано 277 проектов, общая стоимость которых превысила 500 миллионов рублей.